Армения Airways с 24 сентября начнет выполнять дополнительные рейсы между Сочи и Ереваном. Они запланированы дважды в неделю. По вторникам самолет прибывает в 5:40, а вылет в Ереван в 7 утра ровно. По воскресеньям самолет возвращается в Сочи в 17:40, вылетает в Ереван в 19:00. Полеты будут выполняться на Боингах вместимостью 148 пассажиров. Не менее популярное направление из Сочи – Дубай. Крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов запустят ежедневные авиарейсы уже с 30 сентября. В настоящее время Россия выполняет рейсы в ОАЭ 3 раза в неделю. В авиакомпании отмечают, что спрос на это направление традиционно растет с октября. Вылет из Сочи будет происходить в 1:00, время в пути 4:50. В обратном направлении самолет отправится в 7:05 и прибудет на Черноморский курорт в 10 утра ровно. Время местное для каждого аэропорта. Также авиакомпания «Россия» в октябре возобновит прямые авиарейсы на курорты Египта. Полеты из Сочи в Шарм-эль-Шейх запланированы 4 раза в неделю. Вылет в 17:00, время в пути 3:35. Рейсы Сочи-Хургада будут выполняться 3 раза в неделю. Вылет в 12:00 по вторникам и четвергам, а также в 14:00 по воскресеньям. Половина россиян, отдыхавших за рубежом в этом году, потратили на отпуск более 200 тысяч рублей на человека. Еще 33% туристов потратили от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Наиболее популярным заграничным курортом оказалась Турция. Туда съездили 38% российских туристов. На втором месте Азия – 23%, а на третьем – страны СНГ – 20%.